Сегодня 3 августа у нас. Мама говорит, у нее что-то есть. Ну-ка, пойдемте посмотрим. Два, говорит. Красиво. Шляпка плохая, да? А этот-то хорошенький прям. Классный, да? Смотрите, мы шли-шли. И какой нам попался красавец. Просто, просто обалденный. Смотрите, какой. О. Аккуратненький. Нож у меня маленький. О, какой! Посмотрите, какой он супер! Мокренький такой. Вот, смотрите, какой классный, красивый грибочек. Толстый такой. Ой, с ума сойти. Таких вот десяток, да? Еще один. Иди ты срежь, у тебя нож лучше. Смотрите, еще один. Вылезает только-только. Неужели это один дождь им хватило? А, я так его. На. Красавец. Такой классный вообще. Вот уже 3 таких. 3 хороших. Маленький красненький вот такой. Смотрите, я выхожу из этой чащи и смотрите, прям на меня смотрит. Такой красивый, огромный. О, какой красненький. О, какой милашка. Очень красивый. Чистый, чистый. Ну вот. Все у нас красивенькие такие. Смотрите, какой красавец. Во. Смотрите, какой хорошенький. Смотри. Иди у меня гриб. Смотрите, какой. Вот он, дерево прямо стоит. А здесь опять, смотрите, какой красивый грибок. Бархатная шляпка. Ну, надеюсь, этот нормальный. Тот был не очень. Так, надо только вылезти как-то от седова. Я немного сегодня. Ну, ты ходи, ты носишь ведро. Так, вот такой, да. Но он немного тоже перестоял, да? Да. О, какой огромный, длинный. Этот хороший. В середине, вот видишь, есть, а по краям нету. Обкусанный тоже немножко. Так, смотрите, опять гриб. И опять большой. Хоть бы он был нормальный. О, смотрите, какой. Ну да, этот вроде ничего, изнаночка. Красотулька? Ну-ка. А, вижу, вижу. Ого-го. Какой красотульчик. Какой красотульчик. Это мама уже нашла. Смотрите, и опять такой. Видите, тут по этой стороне-то есть грибы. Ну ладно, хотя бы такие всякие. Ой, у меня тоже красненький. Смотрите, какой хорошенький. Смотри, у меня какой милашка. Милашка какой. Как пахнет гриб вкусно. Смотрите, какой красивый, а. О, какой. Так, смотрите, это раз. Грибок. Так, вот раз. 3, значит, не 2, а 3. Так, вот еще гриб. Сейчас я его сорву. О, нога-то у него 2 километра там. 2 километра нога. И еще вон тот, но его, наверное, не надо. Возьми у меня грибобосики. Ой, еще один у меня. Еще маленький. Еще маленький грибобосик. А все, цветом-то они уже осенние. О, какие у меня грибы-то все идеальные. Слой тут, видимо, идет хороший. 2? Мощно. А я ведь тут глянула. Еще один вижу, да. Смотрите, 2 маленьких у мамы. И вон тот большой. Ну, большой-то, наверное, плохой. Хотя изнанка ничего, проверишь. А что это затоптало? Я эти еще... Ты другой мне велела? И этот. Я вот этот-то вообще не видела, смотрите. Я бы ушла сейчас, если бы одна была. На одном месте ты сразу 4 штуки нашла, да?
Ну вот, смотрите, как много уже мы насобирали. Грибобосик. Полножки отпало. О, какой грибобосик. Идем, идем. Я ничего не нашла, а мама нашла. Хотя она идет совсем по краю, а я внутри. Ого, какой красавец. Ну-ка. О, какой. Смотри, такой тяжелый. О. Ты его даже это так положила сверху. И вот так далеко увидите. А они ведь светятся прямо. Особенно когда сумерки, многие растения и грибы светятся. О, смотрите, какой красавчик стоит. А я уже думаю, все, ничего не попадется больше. О. Тебя уже там не входит. Мама нас зовет. О, какой! Сейчас я к тебе обойду. Какой красотульчик. Какой красотульчик. Ну вот, смотрите, сколько у нас сегодня грибов. Полное ведро. Там все утрамбовалось. Мы все клали, оно все полное-полное, и все входит, еще добавляется. Все красные-красные. Одни красные. Такой сегодня улов вообще, да? Вот такие. Вот такие дети. Внизу-то все. Да, куколки.